сегодня мое дежурство заключается в приготовлении праги. Но только я буду делать не торт, а рулет. Итак, я начну приготовление, конечно же, с шоколадного бисквита. Поэтому беру 3 яйца, вытаскиваю желточки. В желток я добавляю сахар 100 грамм, щепотку соли и ванильного сахара, чайную ложку. Итак, и сейчас мне нужно взбить желтки с сахаром до белой пены. И, соответственно, белки то же самое мне нужно взбить отдельно. Итак, сейчас во взбитый желток я добавлю масло и молоко 20 миллилитров и, соответственно, столько же молока. Муки 80 грамм всего нужно. Какао разрыхлителя буквально 3 грамма. Соответственно, здесь я все перемешиваю. Так, и аккуратно добавляю во взбитые желтки. Я начну добавлять сюда взбитый белок. Итак, и всю массу я выливаю. Выпекать бисквит для рулета Прага я буду в духовом шкафу Симфер. Ширина этого духового шкафа совсем небольшая, всего 45 сантиметров. Однако этот шкаф очень вместительный. Я буду использовать сразу 2 противня, и они легко поместятся внутри. Компактный снаружи и объемный внутри. Это идеальный выбор для маленькой кухни. У духовки Симфер есть 5 режимов работы – конвекция и паровая система очистки. Можно готовить много и с удовольствием, при этом сохранив больше свободного пространства на кухне. Что ж, а пока бисквит печется, я успею приготовить сироп. Мне нужен сахар, вода, варочная панель у меня также от компании Симфер. И добавляю сюда немного коньяка. И все, сироп готов. Сливочное масло. Я сюда же сразу добавлю ванильного сахара. Сейчас я добавлю часть сгущенки и какао после этого. И только потом уже всю остальную сгущенку. Все, шоколадный крем готов. Так, сейчас я бисквит пропитываю подготовленным сиропом. Теперь я наношу на него крем. Стараемся так, чтобы слой был точно такой же по толщине, наверное, как бисквит. В итоге рулет получается гладкий и тугой. Сейчас мне нужно рулет намазать абрикосовым джемом. И начинаю поливать его глазурью. Это очень вкусно, очень нежно. Рецепт очень простой и очень быстрый, поэтому советую вам попробовать его на своей кухне, независимо от повода.